Всем привет! Давненько у нас не было обзоров на гитары. И сегодня в руках у меня замечательный Adversary Kain. Классический суперстрат, сделанный из редко, во всяком случае для меня, встречающихся пород дерева. Корпус данной гитары выполнен из черной лимбы. Топ – кап клена, гриф – из макасара, а накладка на грифе – церикот. В данной конфигурации лимба дает очень хорошие низы и середину, а макасар из-за своей плотности должен компрессировать и собирать верха. Вместе с этим на этой гитаре нет ничего лишнего. Фиксированный бридж, одна ручка громкости, трехпозиционный переключатель и звукосниматели Fishman Fluence. Отсечка включается пуш-пулом на громкости. Колки хип-шот, локовые, 24 лада. И, что для меня очень важно, великолепный и удобный профиль грифа. Невероятно удобный для комфортной игры профиль.
Thank you.
Thank you.